Это у нас трансляция такая. Ага. Меня слышно, я так понимаю. Да. Это сам, и меня тоже слышно, да? Да. Сейчас я тебя слышу, да. Все, поехали. У всех остальных звук выключен. Отлично. Всем привет. Меня зовут Михаил Ланцузский. Я живу в городе Воронеже. Сижу вот тоже. Ну, выхожу иногда, да, честно говоря. Вот, но тоже сижу в основном на изоляции, работаю дома. Играю на гитаре. Иногда пишу песни. Сейчас давно ничего не писал. Вот. Но какое-то время писал благодаря знакомству с Сашей Шубиным, с творческим гением «Сфера». Вот. Рад, что познакомился сейчас с Димой. Вот увидел других участников, Дашт, я так понимаю, сообщество. Вот, ну, у меня нет чисто пасхальных песен, не было. Вот, но были песни, при написании которых я... Вообще, у меня микрофон нормально, то есть как бы я... Да, все очень хорошо. Хорошо. Были песни, при написании которых я четко думал вот о церкви, вот, и... Вот есть песня, например, которая называется «Беги по облакам», «Бегущая по облакам». Я взял любимую книжку Грина, вот, и у меня появилась идея поднять ее несколько вверх. Ну, такая безумная идея совершенно, конечно, понятно, что тягаться с Грином, да, в общем, это не очень. Вот, но, тем не менее, под «Бегущий по облакам» я понимал вполне конкретную личность. Я думаю, вы все догадаетесь о ком. Речь, вот, песня такая лиричная. Попробую ее исполнить. Беги по облакам над крышами земли, над скрипками цикад, над бликами зари. По облакам беги, над ворохом цветов, над пологом тайги, над золотом песков. Тебе не слышать? А, да, кстати. Кстати, да, надо выключить. Потяну. Над ставнями домов, над звездами костров, над гомоном детей, над лицами друзей, когда они враги, безумных береги, меж звезд осциллограмм. Беги по облакам, над свистами пурги, по облакам беги. Включил звук у всех. Спасибо. К нам Ольга еще присоединилась. А вот Духова, да? Да. Привет, Ольга. Добрый вечер. Христос воскресе. Мы с вами сейчас, нас всего 8 на данный момент. Какая хорошая цифра. Цифра полноты. Давай. Дима, что дальше делать? Стихи. По одному? Ну, по одной песне играть больше? Как? Ну, давайте по одной сначала, потому что... Давайте стихи сейчас, там, Мария или Ольга. Песенки спеть, потому что в процессе подготовки поняла, что у меня песни более подходящие. Ну давай песню.
И а звук-то куда делся? Ну так себе, да. Можно мы будем такими, как есть, рядом с тобой. Больше не ждущие новых чудес, но рядом с тобой. Сотнями странных изломанных тел, с диким набором желаний и тем. Нужно будем такими, как есть, но рядом с тобой. Потому что без тебя игра теряет свой смысл, вином теряет свой цвет, слова теряют свой вкус. Без тебя неважно вверх или вниз, ведь только рядом с тобой я ничего не боюсь. Можно мы будем смешны и сильны, но рядом с тобой ведь от бессилья краснеть от вины. Рядом с тобой ждать выходные, рыдать по ночам и не в попад говорить и молчать. Нужно будем такими, как есть, рядом с тобой. Потому что рядом с тобой я забываю, как мне не хватало отца, и появляются силы идти до конца и танцевать. Этот танец вести, это твой, твой взгляд с тобой. Лишь только рядом с тобой, и мне не важно, какое число и страна, и я ребенок, и взрослый. Лучший враг хорошего. Слушайте, у нас есть еще одна проблема. У нас осталось 5 минут до конца вот этих бесплатных 40.